В Комитете по образованию идет награждение авторов видеороликов на тему «Твой след на земле». Задание создать социальную рекламу не поставило в тупик участников. Беречь экологию, заниматься спортом, интересоваться историей, любить свой город, творить добро и не поддаваться унынию. The atomic bomb. Стоп, куда ты собралась? Пойдем домой, выпьем чайку, успокоишься, а я тебе помогу сделать. Закаляйся, водой холодной обливайся, будешь ты всегда здоров, тут не нужно лишних слов. Машечка милая. Лес такой могучий и прекрасный, но такой уязвимый. А начнем прямо сейчас улучшать свое здоровье. Ролики призывают ко всему самому хорошему. Работа с видео, актерская игра, драматургия, эмоциональность, монтаж – оценки жюри ставило по-взрослому. Поэтому из 60 возможных баллов максимум не набрал никто. Доступность монтажных программ и возможность съемки сотовым телефоном, фотоаппаратом позволила некоторым участникам работать над роликом индивидуально, а некоторые привлекли к созданию взрослых, что не возбранялось положением конкурса. В итоге победителями стали из 8-й школы 10-й Б и 1-й Б, а также София Зайцева из 6-го Б. Призерами – Ольга Ковтун из 6-й гимназии, Николай Смирнов из 2-й школы и классы из 8-й школы 5-й Б, 9-й А и 8-й А.